Доброе утро всем подписчикам и зрителям моего канала. Одесса, 17 июня. Друзья, ночь у нас в Одессе была очень тревожная. Я все события освещал на своем канале. Вы можете посмотреть предыдущее видео, что происходило. Ну а сейчас по традиции, как я обычно с утра это делаю, вкратце расскажу, что происходило. У нас в 22:56 началась воздушная тревога. И уже в 23:01 слышно было 3 взрыва. И предварительная информация, это сработало КВО, судя по всему, сбили ракету. Также в небе летала авиация. Было слышно очень сильно шум истребителей. Вот, кстати, в одном из видео вы можете его послушать. И спустя некоторое время сообщили о том, что в некоторых районах пропал свет. Причина пропадания света неизвестна. Отбой воздушной тревоги дали в 00:36, и после этого больше воздушных тревог в Одессе не было. По предварительной информации, на сегодняшнее утро прилетов и ракетных ударов ни по Одессе, ни по Одесской области не было. Но пока месть официальные источники еще ничего не сообщали, поэтому четкой информации о том, что происходило, что сбили, почему пропал свет, четкой информации я на данный момент дать не могу. Вот. Больше после отбоя воздушной тревоги взрывов не звучало в Одессе. И, в принципе, обстановка была более-менее спокойная, но остается стабильно напряженной. Потому что что происходило, пока еще официальные источники не сообщали. То ли сбили ракету, то ли что там сбили. Вот. Угроза ракетных ударов по-прежнему присутствует. Я на связи, друзья. Обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видео. Как только информация будет появляться, обновляться, сразу буду сообщать. Всем желаю хорошего дня, мирного неба над головой. До встречи, всем пока.